Сәлем, достар, бізде барбарнасына қош келдіңіздер. Сәлемен бірге достар, мен Айша. Мұстафа, бүгінде бүгін біз мамам тағы да нәрселерде. Бүгін біз мамам, мен, Мұстафа, Фатима, Мұхамеджан бірге мегаға барамыз. Мен сабақта енді ғана келдім. Және де қазір уже Мұстафаны киіндіріп алдық, қандай красавчик қылып. Қазір біз мегаға барып, бір киімдер қараймыз, тамақ жейміз. Жақсы бір нәрселер жасаймыз. Самый главный, конечно. Енді бұл видеода мен, ну, Мұстафамен бірге өткен күніміз. Влог болады Мұстафамен. Мұстафа, кішкене қарап жүрші мен подписчиктеріме. 612 біз бастаймыз, кеттік. Мұстафаға көрпесін алып аламыз, потому что вместо мынадай қалың куртканың орнына мынадай көрпені жамасады. Ура! Қараңыздар, достар, мына сумкаларды. Біз уже шықтық. У меня что-то телефон вообще гонит. Шықтық, короче. Мен еще кофтамды ауыстырып алдым. Енді уже шығып бара жатырмыз әне. Қазір мега барамыз. Айай, Мұстафа, айай, ой, ка-ка! Фатима, Фати, тұра ғой. Ой, Мұстафа мне, Мұхамеджан мне. И вот мега, неужели келдік? Қазір, мам, бірінші не істейміз? Бірінші зараға кіріп, маған киім аламыз Мұстафа, Мұхамеджанға. Міне. Нормально негізі? Да. Обычно же. Да не. Олар не очень. Ему прям белая нужна? Да, она рубашка. Через неделю майка ее не будет. Но лучше. Еще джинер. Төртім теңге. Нормально? Осы рубашкалар ғойша. Осылар ғой. Мұхамеджанның киетін идеальный джинер рубашканы ашы. Мұхамеджанға. Не, его размер нужен такой. 8 жас бізге кішкентай міне. Ура! Қуанып кеткенсің. Точно вот, да? Что, тур осы рубашка. 134 сантиметр. Да, осы рубашка. 9 жас. Оу, 9 жас кейде. Алдындағы 9 жас, 10 жас қай керек. 10 жас саласасын да, сразу. Да. На жерде, мам, есі үшті, мандайларда киюге болады ғой. Мандайлар кездіріп бейді оларға. Я бы такой носила. Көк әдемі сияқты, иә? Көк әдемі, еще жеп жемуді ғой, мантасы. Міне, 110 да шана, астында. Фати, ну-ка, ну-ка, Фатима, киіп көрші ма? Ой, просто бит тақап көрші. Тақап көр. Не. Қайсы? Күшті, Фатима, давай. Мынандай жоғарылары бар. Қуасың ба? Мынағаш, мынандай шорты мен. Я кирата. Микки Маус. Да, классно. Пойдет. Осыны аламыз ба? Я давай. Бәрі біздікі жастық болып өткен жоқ па? Ну енді уже жас кирата ғой. Біз ойлап отырмын. Я болады, конечно. Кират отвечаю. Қанша рубашка киіп отыр. Вау, ну топит. Ну ладно, енді. Она же маленькая еще и можно. Кип курсис. Конечно. Да, и это тоже давай одень. Достар, короче, иш образ бар, сол иш образ заказыр кип курсис. Я сейчас зерге фатим. Нем? 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 Маша. Кайс, узындығы нормальный ма? Күшті? Нормальный ма, балам? Мұнап тұрмын өзіне? Күшті? Мәне, 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 А что, ну, жабыстырып па? Білмеймін, маған сондай болып тұрған сияқты. Жабыстырып тұрған жоқ па, балам? Бір размер үлкен әперсем, вообще үлкен бүкетем ба? Көреміз ба тоже.
Просто при размере руки не крысосы, да, просто так. Ой, бай. Помечан. Ну-ка, покажи. Ну не, он же джаб с колдой. Лучше на размер больше взять. Ну, мне кажется, Мухаммеджан джаб спал, да, целышен. Ну, на размер больше, просто попробуй. Может быть, лучше красиво будет. Потому что как ботаник выглядишь, честно. Размер бюджет, ну, все равно, просто попробуй. Оверсайз. Вы много камера, давай. Вау! Тебе самой нравится? Да, очень. Ну-ка, Микки Маус. Ой, Минни Маус и Аях Ким тоже. Шорт и Микки Маус. Аях Ким, Микки Маус. Носки. Ну-ка, а шорты как? А шорты зеленые такие. Нормальные, да? Ромашки есть еще. Классно. И тут еще. Сзади еще. Вот есть. Все, вот давай. Я такие кармашки, да? Я давай, енді келесі. Образ, давай нам киіп көрейік. Такой. Это мама давала, что ли? Да, это другой вот. Это другой. Да, тебе нравится? Да. Ну, а нам кутерси. Ну, это майка специально, это топик такой. Ну, мне кажется, вот это не очень. Ну, это енді бір спортивный, бір не ёхса, это шалбар, да. Нет, красиво. Ну, тебе как? Мне кажется, не очень. Ну, для дома же красиво будет. Не для дома же ты его покупаешь. Вот дома. Вот это да, для дома. Нет. Да, будет. Ну, наверное, не очень, мне кажется. Ну, это же за халтас варики. Давай я тебе вот это сделаю нормально. На джиптер тату мэнткен, слушан, Фатима, не очень. Ну, иди покажи маме. Эй, посмотри, мне нужны мои обувь. Просто покажи, но мне кажется, нам, она баска майка сэкштрепот, мне кажется. Она не так уж. Да. Тебе тоже нравится? Угу. Не очень. Не очень, да. Нам алмайтын болдық, потому что мама мада, Фатимаға да, маған да ұнамады. Но вот эти шорты такие мягкие всегда хочу. Потому что они спортивные. А, да? Да. Не спортивные. Мухаммеджан андай киіп келді. Тағы да бір размер үлкен киіп көр просто. Но так классно тебе идет. Я не волейболист. Фанти, это реально, это не для волейболисток, это для обычных красоток. Красоток. А почему? Это специально такое, это не волейбольный, тут написано Париж, лучший клуб. Я не хочу Париж, лучший клуб. Вот это лучше, у тебя же шорты, смотри, какие удобные. Они мягко, вот эти удобные и мягкие. Ладно, я пошла бабушка. Надо тебе не нравится? Да. И мама тоже сказала, ну, нормально. Не очень, да? Да. Ну, блин, мама на образ хаты навет, но Фатима не унама, да. Потому что она выглядит как волейболист. Мухаммеджан, это не нравится? Мне тоже не нравится. Скажи маме, что не очень. А? Скажи маме, что не очень. Я, Виктор, да. Маған да науынап тұр. Дома? Да. А, все, мен пасығойски, я нам пайлап қолған болды. Қалталарым күшті ғой? Ну да. А, сонда қалталарым не ұдап? Уф, ну что за красотка тут. Че, нравится? Конечно. Мама мне зима? Мама сказала, что тебя офигенно. Она Микки Маус и Маус. Все, все. Собасын да, не ған кезде, ол сол екен деп ойлап едім. Все. Все, беру. Давай. Ой, бум. А, это только футболка твоя, да? Да. Это моя. А, ну, классный негізі, что идет. Я... Жесть. А, уже мы. Уже я. Енді давайте мы с тобой араб көрміз. Нормально? Классно, да? Да. Все. Мухаммеджан, ты кіше? Мухаммеджан, сенде ше жаман ба? Вроде нормально. Ну вот штаны побольше, да? Или футболку? Футболка, как штаб тұр?
Вот этот лучше. Один, да. И как раз на умный. Комплект покупного. Ну, ну. Почти один цвет, почти. Почти. Ну, почти, блин, да почти. Ну, на вырез, да? Ну, оверсайз куем, ну. На оверсайз, да? Я, как что? Ну, прям ветровка, как что? Усмен, усмен джурсы, вот, я. Что? Все нормально. Мама кетти. Короче, хорош? Мне пр делает, ну пр делает. Сол мы не делаем. Пр делает, дорогие. Фук делает, дорогие. Пр делает. Ну я, блин, пр делает, сахарик. Боже, блин, давай хотим. Вот я. Не надо пока что его трогать. Он сейчас проснется, нам всем капец. Из этой файр. Мам, а джаз кинген жоққа? Джаз кингезе надан лучшылар шығады. Мам, ему подходим, ну что, такое красивое. Такое, кинген. Зачем кепка? Али брай бар, ғой? Все, кеттік. Ой, Мухамеджанға, андай обычный шалбар зержіміз, қырлы для школы. Короче, достар, Фатиманның, ой, Мухамеджанның, андай не бұжып жазу керек болған бүгін, себебі Мұхамеджан мектепке бармады, және де бір бұжып жазу керек болған, но Мұхамеджан жазбаған. Сол үшін сол жазуға ручка мен дәптер керек, чтобы апайына отправить бұжыбы. Бұжыбысын жазғанға но емес, аға секретка керек екен. Андай ала саламыз, самый обычный, самый обычный ручка, потому что просто жазып, апайына сол бұжыбыны жіберу керек. Ал Мұхамеджан басқа бұжыбын жазған, сол үшін қазір жібермесек, онда бұжыбысы жоқ деген баға қойпсай деген. Екі қояды ол, короче, сол үшін ручка ала маңыз любой. Және нәді ручка. И енді кассаға барамыз осы екен алып. Чупа-чупс, шеуімізге шеу. Все, енді біз тамақ жерге барамыз, неужели. Это моя. Есть черная и надо. Қайсы черный деген? Қақ қарама не? Ну, дамды номерет. Ну, не мен, а кто? Ане, ала ғой, балам чупа-чупс. Кула. Че? Лимон мен. Басқасын өз таңдаласың да, жемесін. Нандай ма? Вот этот красивый. Лучше серый, да. Календарь алайын деп отыр. Что за мем? Күшті? Қазақшасы? Ойбай. Ну, нам такое не разрешают носить в школе. Куша? Да.
Что его я? Вообще прикольно. Ноги? Ноги, ноги. Давай, ладно, ноги, ноги. Вы знаете, зачем это? Нет. Это такси номер сейчас какой-то. А, маған керек қой. Зачем? Она парковка жасаған кезде ше. Напоминание, тебя любит и ждут там. Напоминаю. Ой, мама, селатис. А, это... Не вы? Айна. Ой, Айна, мисс? Да, Айна, вот. Пошла, ходите из нее. Напоминание. Какие? Тут много. Это сладкая вата. Тут много сладкой ваты. Наверное. Фати, покажи. Надо ланчбокс ал, да? Подготовка сна барлыга ланчбокс салып бараткен. Фатимага тоже. А, ну, үйге барган кийин көрсөтөм аны. Анан барын көрсөтөм. Аша берсем болот па деген үйдөн сөйлөйм да. Адыма десе. Кайчан кітабын арса, ақсырады ғой. Қанша қуасың, оқымайсың сен оның бәрі бір. Оқиын, оқымай қорсын, төбесін оямын. Оқырады, ғай. Да жазуды қайты оқысын. Мен нақтан бас. Араб шырмен есі. Мам, нағарамыз. Нақтан басы емес. Я қой саш, брат. Майдер. Брат дейме. Короче, мына аламыз. Бұл Фатима аналған нәскелер. Қазір біз Румиге барамыз, тамақ жейміз. И неужели біз бургер мамам Румидан біресе алады? Ура! Короче, достар. Жабайлар сияқты. Короче, достар. Нандай комбо алдық. Достар, біз... Егер уже шықтық, Мустафа оянып алды. Привет! Ай-яй, ай-яй. Привет! Привет! Мә, достар. Капец. Хальчан қазынан де пакет ұстап жүр. Мама тут. Это только за Зару еще. Фатима, лифтті шақыр. Шақыр да. Достар, біз үші үйге келдік, және қазір өзірге жаңа алған үлкен пакетті көрсетем. Ішінде Зара жаңарамыз. Өші бүкіл бүгінгі магазинде заттар бар. Бірінші, мынандай дәптер, бұл вообще Мұхамеджанның жаңа бұжып жазған дәптері. Біз осы үшін целый бір дәптер сатып алдық, бәкенсе. И ол Мұхамеджанның алған қасарлықты. Алан қасарлығынан. Екінші. Ладно. Кола. Үшінші. Мұхамеджанның осындай кітабы. Бүмен Мұхамеджанандай алды. Комикс бұл, короче. Йо, бірам так вкусно пахнет. Манга деген жаман қой шеді? Жоқ. Ого, как вкусно. Прям өте күшті иіс прям. Какой-то... Аты большой куш. Мы всегда будем здесь. Мы всегда будем здесь. Большой куш. А ты вообще-то One Piece. А, ну ладно, пофиг. Так, потом Фатимага надо носочки. Ах. Надо, что за мем? Деген, мы с ней ойын. Бұны біреудің каналына түреміз. Сын, кімге и қалай түргеніміздің бәрін көресір. Енді самый интересный. Мам, сын, нан кухня қалдыңыз ба? Су кухня қадем болады. Да. Надо бір өте күшті нәрсе. Для вас прям храмзар. Бул мне десеңиздер бул. Акиле. Аким. Хамча бул видеога керек. Ладно. Короче, мне на жерде бізде это типа год тут написано? Годы. Эй. Календарь, календарь. Мама, а что за? Ай, жылма. Ну тут не написано, что где. Но, скорее всего, андай, күндер там,
Потому что бұл жерде 9-ға дейін. 9-ға дейін? Эй, енді қара. Например, бүгін февраль, например. И 14-ші февраль. Солай ғой жынды. 9-ға дейін, я. 9-ға дейін, значит, бұл там, например, 19, 18, соңғы сандар ғой. Ал мынау там 10, 10, 20, 30 дегендер, да? Поэтому бұл жерде бізде 0, 1, 2, 3 бар. Ал мына жерде жыл. Типа 4-24 жыл, 2024. Бүгін нешесі? 5-ші. Бүгін 17-ші. 17-ші? 17-ші. 17-ші, значит, бізде... 17-4-ші. Типа 17-ші, мандай. 4-ші 17-ші. Эй, не окетті ну? Мен нам түсінбедім, достар, маған қарайшы, мамам өзі разберется. Мама, я вообще не понимаю в этих математиках, мне уже бесит математика, я не могу. А мама понимает. Мандай, Фатима, ланчбоксы. Фатима, космошасына. То есть подготовкасына, мандай. Потом... Там будет травада. Эй, а мне кашлык. Паки. Потом битва ашқан кезде, бұл жерде приборы. На жерде мандай, қарамыздар. Пшак и касок бірге. Потом почему-то китайские палочки. Типа Фатима китаянка. Типа. Ну типа, типа. Март. Нам хоть-то не мясо козы. Енді киімдер. Фатиманка. Бірінші. Мынандай оранжевые шорты. Вот обычный самый. Сосын екінші сосындай зебра футболка. Фатимаға тоже. Так, сосын бізде мынандай шорты, жасыл, жаздық, осындай әдемі шорты. Негізі Фатимаға көбінесе жаздық киімдерді алдық. Жаңағы жаздық, жасыл шортымен бірге осындай мини-маус футболкалары. Оның Фатиманың еще как раз мини-маус кроссовкасы бар, сонымен как раз күшті кетеді. Мен бұны видеолардан көрсеттім, сол үшін қатты тоқталмаймын. Мындай жас, ойбай, көк шалбар. Типа мындай на жерлері бос, и өте жеңіл, прям летний. Материалы очень-очень классный. Сосын. Сосын. Фатимада бол. Да, это почему-то салфетка тут валяется. Енді Мухамеджан киімдер. Осындай ветровка, бұл типа куртка сияқты, но қазіргі сезонға прям подойдет. Еткен қазір или вообще жаз, или көз, или қыс болатыр. Сосын өте жеңіл, но қатты қалың емес, сосын нормально. Сосын, мынандай обычный ақ футболка, без ничего, там дұшыға или рубашкасының ішінен кигенге. Сосын, неужели осындай рубашка, потому что папа Мухамеджанды өлтіреді. Иткені Мухамеджанда всегда бүкілі кір-кір. Сосын, Мухамеджан, осы рубашкаңда кірлетсең, папам сенен бекон жасап тастайды. Осындай. И тура бұрынғысы, просто белый. Тура сол, даже возраст сол, даже размер. И соңғы зат, ол Мухамеджан осындай джокер. Фатима, аузын жап. Осындай джокер шалбары. Все, болды осымен. Менің барлық заттарым бітті. Сіздерге осы видео ұнады деген үміттемін. Міндетті түрде лайк басыңдар, менің каналыма тіркеліңіздер. Фатиманың каналына тіркеліңіздер. Мұхамеджан каналына тіркеліңіздер. Мамамның каналына тіркеліңіздер. Мұстафаның каналына тіркеліңіздер. Фатиманың каналына. Мамамның каналына. Короче, достар, бүкіліміздің каналымызға тіркеліңіздер. Я, менің каналы деген жеріме тіркеліңіздер. Конкурстар болады, өте көп күшті нәрселер болады, сол үшін міндетті түрде сол жерге тіркеліп қойыңыздар. Если что, ұтып жатсаңыздар, міндетті түрде сіздерге. Олай болса, осымен видеом аяқталды. Олай болса, қош, сау болыңыздар.